Привет, 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 привет. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Сегодня суббота. Мы приехали на дачку уже после обеда. Сегодня тот день, когда мы в зоопарк ходили. Видео с зоопарком я уже к этому моменту выложила, скорее всего. Вот. После зоопарка мы приехали домой. Взяли продукты, сумки, собаку накормили. Взяли собаку. И приехали вот сюда, потому что в городе делать нечего. Сюда приехали, тут видно, дожди были на неделе. Вот эту кучу мы в прошлый раз вот этот угол выгребали, вот. Вычищали, вот она лежит, сохнет, так сказать. Вон там вода стоит. Дожди здесь были, в дом сошли. В доме холодина жуткая, включили 3 обогревателя. И нагреваем сейчас хату, как говорится, на ночь. Вот моя клубника, которую я сажала. Не вся сдохла. Есть вот выжившие товарищи. Так что не все потеряно. Тут столько травы. Мы взяли триммер с собой. Ну, косить траву. Вот здесь вот я посадила огурцы. В прошлый раз я вам говорила, я их сажаю семечками. В общем, вот она, эта грядка. Это просто мусор. Тут, видать, сильный ветер был. Они, естественно, за неделю еще не проклюнулись. Еще рано. Еще рано, еще рано. Но какая-то большая собака тут бегала, видно, прям промятая. Говорила, тут много собак. Послушайте, какая тут тишина. И птички поют. Все заросло, надо косить траву завтра, не знаю, успеем мы, нет. Вот они, птички. Ой, какая земля мягкая, прям проваливаешься. Там люди есть, соседей наших никого нет. Никого, 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 никого. Открыли сарай, он прям в доме сделан. Видите, как на закате снимаю. Вот такая трава зелень. Если честно, траву-то эту жалко косить. Пусть растет по пояс. Но надо покосить. Тут везде один и тот же сорняк. Вот он везде один и тот же, мне кажется, практически. Достали мангал оттуда. Привезли с собой. Супруг мой мариновал сам крылья куриные. В магазине, где продают всякие шашлыки, специально купили опять бараньи эти купаты, колбаски с баранины жирненькие. Будем жарить сейчас, время не знаю сколько. Ну еще вот солнце не село, оно уже далеко за после обеда. Здесь у нас муравьи вылазить стали. На улице прохладно, холодно, мокро было, видать, аж муравьи попрятались, ага. И вот так вот здесь, да. Тишина, никого нет. Никого нет. Пиончики. Прям стоят, стоят. Я их в прошлый раз еще поливала так усиленно. Думала, жарко будет, засохнут, не дай бог. А тут, видно, холодно было. Их тоже муравьи вот тут вот жрут. Вот они сидят, красавцы. Вот они их жрут, гады. Потом они корявые. Вот смотрите, вот он бутон. И вот они сидят, эти паразиты. Жрут цветы, еще не распустившись. Потом они распускаются такие. Корявенькие. Ну, что сделаешь? От мурашей вообще спасу нету. Слава богу, их нет в доме. Смотрите, сколько бутонов. Вот они. Много.
Тут еще один кустик отдельно стоит. Вот он. Позже будет видно цвести. Тоже вот они, красавцы. Муравьи. И вот тут, как мы поняли, тут прям хрена много-много. Хозяйка нам сказала, тут у меня угол, говорит, с хреном. Вон, везде хрен, 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 хрен. Вы, говорит, там ничего не сажайте. Вот тут мокро, в городе не было дождя, а здесь вот был дождь. Это уголь. Мы покупаем уголь. Раньше мы шашлык делали только на Саксауле. А сейчас, хотя Саксаул был давно уже в Красной книге, но он у нас везде на каждом углу продавался. Сейчас все нет. Перекрыли эту лавочку. Теперь мы покупаем только уголь. Саксаул не купишь. Только если в магазинах каких-то супермаркетах на вес продаются в коробках, там бешеные цены. Но мы уже привыкли вот на этом угле. Уже второй год мы жарим на этом угле шашлыки. Это опять мы его не разбирали. Вот на этих камнях нам понравилось. Приготовил бумажку, палочки и угли. Вон он, папоротник. Красота. Я его люблю. А мы-то уехали в 10 в зоопарк с утра сегодня. А крылья замариновали заранее. Еще шампиньоны хотели на решетке сделать. Ну и сделаем. Замариновали. Эти купаты уже готовые. Купили бараньи. И все это мы уже в пятницу приготовили. В морозилку. Ну, грибы не в морозилку, естественно. И утром, перед тем, как уехать, надо же было достать все. Чтобы когда приехали в обед, оно было размороженное. Мы забыли спросони. Уехали и все. В 3 часа домой из зоопарка приезжаем. А у нас шашлык в морозилке лежит. Ёшкин кот. Вот. Сейчас нет, чтобы приехать уже быстрее его жарить вот тут вот. А мы его размораживаем под лампой. Обогреватель. Короче, пережарит его в любом случае надо. Собаки залаяли. Слышите, как? Ужас, сколько там этих собак. Тут столько диких собак. Страшно так. Вот. В общем, сейчас разморозим. Думаю, сегодня мы ляжем не рано спать. Обычно мы здесь рано спать ложимся. Вот. Сегодня рано не получится, потому что надо мясо пережарить. Так что будем мы сегодня жарить мясо до последнего, как говорится, конца. Потому что надо его все пережарить. Завтра-то мы домой уже должны уехать. Часа в 3. Часов 15. В 3. Ну, когда нам завтра-то шашлыки жарить, надо завтра хоть выспаться. Вот здесь вот зацвел вон такой вот цветочек. Красивые какие-то беленькие штучки. В общем, воздух восхитительный. Просто восхитительный, великолепный. Это вот штука, которую в прошлый раз вам показывала, сделали. Она уже отваливается где. Вот он, этот розовый пеноплекс. Ногти жалко. Шкарябать. Только сделала в понедельник. Не впадает. Завтра приедет хозяйка, позвонила. Сейчас мне сказала, завтра приеду на дачу. Мы ей деньги отдадим за май. Мы хотели в начале месяца отдать, она что-то
то ли приболела, то ли что. Мы говорим, давайте мы к вам домой заедем. Привезем денежки. Нет, я приеду на дачу сама там. Ей надо в управление, она там оплачивает. Ну, все коммунальные эти платежи, короче, услуги. Так что приедет завтра. Рассчитаемся с ней за май. Вот видите, уже прям быстро солнце здесь садится. Вот уже его такого яркого не будет. Сейчас пожелаю вам спокойной ночи. Это моя дорожка. Что, моя хорошая, давайте желаю вам спокойной ночи. Желаю вам всего самого-самого доброго. Желаю вам добра, мира, любви. Всего самого-самого хорошего. Будьте счастливы. Живите сегодня. Не оставляйте ничего на завтра. Жизнь быстро проходит, быстро. Не успеешь оглянуться. Как ты потом осознаешь, что ты всю жизнь только пахал. Ну да. Хотя это тоже надо, конечно. В общем, наслаждайтесь жизнью, когда есть возможность хотя бы. Спокойной ночи вам, мои сладенькие. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Люблю вас. Пока-пока.